Всем привет, дорогие девчонки! Сегодня такое хорошее время, такой день. И еще есть один лишний повод поговорить о нашей женской силе и дать себе возможность послать вам импульс на раскрытие и дать возможность поздравить нам всем. Я желаю вам открыть вот это ощущение, древнюю силу, спонтанности, силу спонтанности, силу вашего действия для того, чтобы вы не боялись выражать свое естество в разных его формах. В дурашливой, в гневе, в печали или в невероятной радости или эйфории. Это все ценно. Женской энергии нельзя скучать. То есть это все у нас идет от гормонов, и все это не должно вариться внутри нас как предгрозовое состояние. Оно должно течь в этот мир. Если мы себя в чем-то не реализуем, мы начинаем убивать все вокруг. То есть мы как черный хаос разрастаемся, поглощаем близких. У наших мужей падают доходы сразу, наши дети начинают болеть. Дайте себе возможность себя выражать. Понимаете, женщине для того, чтобы чего-то добиться, достаточно коснуться. Коснуться, то есть ощущать то, что у вас идет изнутри, и касаться самого естества любого объекта. Это наша природная сила. Пусть каждый из вас вспомнит древнюю силу, из которой вы сотканы. Я обнимаю вас и очень люблю. Привет вам с Альфона. С 8 марта.